It's the most wonderful time of the year. Субботнее утро, время уборки. Девчонки помогают с уборкой, Марк. А я пообещала что-то вкусненького. Там еще Валера должен приехать от бабушки Вали. Не знаю, привезет что-то вкусненького или нет, но обязательно привезет вкусненького. Но так как детки болеют, хочется сделать супчик, финский супчик с новой изюминкой такой. Хочу добавить к нему креветочки у меня остались. И размораживаю рыбку красную, она уже у меня почти разморозилась. Сейчас я почищу креветки, лук, картошку и буду вам рассказывать, как приготовить вкуснейший финский супчик. О, пока я почистила креветки и рыбу, то Валера уже приехал от бабушки Вали и навез нам много-много гостинцев. Только от бабы Вали я еще магазинцев забежал. Да. Сливок мне купи. Сливок мне купи. А может, ты хотела эти, которые... Что ты хотел? Я такие хотел. Не хотела. Такая не хотела? Нет. А ты хотел такие? Хотел. Ну вот. А ты купи, да? Что ты купи? Я тебе купил разных сырков. О, это много. У меня одного. Их, оказывается, миллион всяких этих плавленых сырков. Это я купил еще только третью часть того, что есть. Ну хорошо, нам на супчик пригодится. Попробуем. Сюда ставь на окошко, чтобы я не путалась. Да, у нас вдруг закончился сахар. Вдруг кто-то вчера в клюкву высыпал. Не, ну не весь. Грамм 200. Я это, если что, я самогон уже не варю. До весны. А потом что? Попадет зелень, травка. И что? Настою, чайчик забродит. Так, ладно. Я купил... Скумбрию, да. Завтра мы уже сделаем. Прячьте в холодильник сразу, чтобы она не текла, не разморажилась, не таяла, короче говоря. Так, здесь овощи. Валя нам тут накупила там вкусных таких вот мини. А что это такое? Мини капусточка, морковочка. Там где-то еще лучочек. Мини тоже? Все мини. О, все такое экологическое. А можно не мини? Мини-мини. Это так долго чистить. Морковку такую покупаю. Одну почистил и нормально. Ничего. А ты это чистишь? У меня режим дня, нету времени на мелочь. И так плачу. И так плачешь. Ой, свежий хлебушек. О, вот это красота. Да не развязывай, так видно. Вот вкусно пахнет. Нет, хочу, чтобы ты понюхала. Вот так вкусно пахнет. А! Мамин хлеб, да? Мамин хлеб. Угу, хорошо пахнет, да. Прячь. Так, что там бабушка нам это? Нагрузила. Кофе. Была акция, говорит, Яков с хорошим кофе. Говорю, мама, он был когда-то хороший кофе. Но это такое, это нерастворимое, это который молотый. Угу. Если мне не понравится, тебе назад привезти. Это сыр фета типа. Я говорю, мама, точно фета? Не этот, который, она знает, про что я говорю. Не, я почитала, там это чисто вот этот, как написано, для салата, как это, греческого салата. Вот так и написано, греческий. Она почитала, там это все состав как бы правильный. Я говорю, точно? Давай точно. Я попробую, скажу тебе. Точно говорит. Давай. Это именно... Я скажу, фета это или филата, или фритата. Это не фета. Это не фета? Mm-mm. Так, я попрошу у нее, чтобы она мне прочитала этикетку. Если что, заморожу и назад привезу. Я уже что, я ей... Точно! Mm. Чувствуется на языке пальмовым маслом. Да, сухарики. Я говорю, нас когда-то угостили, чтобы мы тоже разницу как бы сначала не увидели, потом почитали на этом. Это сухарики такие, где там? О! Это такое, типа, как можно вместо хлеба использовать. Это она перекрутила мясо с... То, что мы передавали, как утку. Утку, пирожки. Типа такие булка-пирожки. Смотри, пришла, просит. Ну что, тут такое.
Богу. Смотри, тут уже есть, тут творожки это есть. Хозяюшка, да. Такая, хозяюшка, да, пришла. Вот банки все. О, нашла то, что надо. Ручки. Баба Валя Кирусова набрала. Дайте вам две ручки для школы. Так, сметаны. У нас теперь эта сметана хорошо идет. Я бы сказал, чтобы сметана была в хате. Вот вам домашняя сметана. Две банки. Много сметаны, да, не бывает. Николюшка. Николь. Это ручки. Корейская это. Кто там? Что да, это рассказывает? Это блины. Блины с яблоком. Это греть и кушать. Угу, хорошо. Ручки. Не, не давай я ручки, да. Нет. Все, садись в корзинку, да, тебя назад побивали. Ой, блин, Валера! Я говорю, корзинку садись. Да пипец, чтобы вы были здоровы, идите отсюда. А что вы такие, это модные? Боже мой. Леопард модный? Да, да, да. Скажи, что я съел и толку? Мы в тренде. Давайте дам витаминку. Начинаю готовить супчик. Итак, я поджариваю лук на сливочном масле и немножко оливковое масло, чтобы не горело сливочное масло. К луку я сейчас добавила морковь и тоже обжарю. Дальше добавляем картофель и тоже немножко обжариваем на этом сливочном масле. Немножко протушилась картошка и добавляю водички. Да-да, полный. Мне мало воды, я еще буду добавлять, но нужно так добавить воды, чтобы еще влезла рыба, креветки и зелень. Сейчас закипит бульон. Кстати, я уже кипяченую воду налила. Сейчас закипит картошка, и я по соли попробую. Уже добавлю соль, перец, мускатный орех. И все. И пускай варится до готовности картофеля. Я еще добавила пару лавровых листочков. Картошка у меня уже сварилась и морковка. Теперь я хочу добавить вместо сливок сегодня плавленый сырок. Вот такой сырок Валера мне купил. Я сейчас добавлю два, а потом будем смотреть. Если будет мало, то еще один добавлю максимум. И хватит. Все, добавила три все-таки кусочка плавленого сырка. Там у меня по 70 грамм. И сразу же, как только закипел сырок, я добавляю рыбу. Рыба вариться долго не должна. Должна повариться примерно минутку-две. И сразу же я добавлю зелень. Настригла я молодой лук, листья лука, и добавлю еще укроп. Можно еще и петрушку добавить, но у меня нет. Все, перемешиваю и довожу рыбу и зелень до кипения. Пускай поварится минутку-две. Рыба не должна много вариться. А потом в конце я добавлю креветку, так как она у меня уже вареная, тоже на одну минутку, чтобы покипело. Пока не закипел супчик, я решила добавить перчика острого. Он у меня закрытый, неповрежденный, горчить не будет, но пикантности добавит. Вот суп как раз начинает закипать с рыбкой, я сейчас добавлю. Или таких перчиком. Вот, сейчас минуточку кипит. Я добавляю креветки. Тоже увижу, как креветки чуть-чуть подкипели. Ну, закипели и выключу. Все, кстати, вот. Пошла жара с рыбы. Рыба начала кипеть. Сейчас буду добавлять креветочку. Все, креветочку я добавила и жду, пока она закипит на минутку. И все, выключаю. Все дойдет. Настоится минут 10 и можно кушать. Все, закипела креветочка, я выключаю. Достаточно. И закрываю крышкой, пускай настоится. Только крышкой я, наверное, не смогу закрыть. Придется немножко надобрать. Чуть-чуть переборщила с рыбой, наверное. Ну ничего, будет очень вкусный, такой наваристый, такой густой, как рагу. Но я уже попробовала, это очень вкусно. Ну что, суп готов. Сейчас буду разливать деткам, чтобы остыл, и будем вкусно обедать. К супу у нас пирожки с мясом, лук, и хотела показать эту красоту. Посмотрите, как это божественно выглядит. Рыбка, картошечка, креветочка. Это что-то нечто. Сейчас будем кормить вкусно детей, болеющих.
чтобы они были здоровенькие. Подожди, Николька, подожди. Николюшка, у тебя своя тарелочка. Горячо, осторожно. Берите пирожки, может, сначала. А где все остальные? Лохматик, Ольчик, садись на свое место. Да, вкусная рыбка, очень божественная. Вот прическа-то такая прикольная. Девочки, кушайте, кто хорошо работал, тот хорошо ест, да. Кира не работала, она привезла нам гостинцы от бабушки, да? Ладно, смачного, детки. Пока наш папа отдыхал чуть-чуть, то дети повыедали супер рыбку. И папе осталась жидкость. А креветочки хоть попадаются? А вот креветочки... Наверное, уже не попадутся. Вот так, нечего спать ложиться на креветке, обед. Да, на креветке кто-то охоту объявил, вот рыбу оставил. Не успел, жалко, конечно. Хотелось бы, чтобы ты полностью попробовал этот суп. Я тебе предлагала до сна. Попалась креветка. Да. А теперь рассказывай. Необычно вкусно прям. Да. С креветками еще вкуснее, да? Хоть жменьку положить и вообще другой вкус. Супер. Да, ну это такой супчик по-богатому. Такой. Ну, это вкус богатый. Считай, что мы детей сводили в ресторан сегодня. Ну, типа, да. Не выходя из дома. А, не лук. Я хотела, чтобы ты взял перчик, который плавает у тебя. Лук. Да что, чтоб я это умер. Давай. О! Для вот это для пикантности, для тех, кто. Ну так он не чувствуется. Нет, он же не поврежденный, целенький. А теперь ржовый. Так он же... Он же с семенами! Давай! Запивай! Нет, спасибо. Давай. Я один съел, все. Выловить, а то еще недопух попадется. Ой, он же ж нет. Слушай, какой ядреный. Так самое интересное, что когда он... Заедай супчиком. Он в супе, ну, не перчит суп. Но, как... Но когда ты его раскусываешь... Огонек. Классно? Мне попался, я так... класс! Ух! Он же с семенами еще. Да. Давай, заедай. Сейчас я дышу чуть-чуть. Слезы вытру. У тебя он еще настоялся, у меня был сухенький еще. Это капец. Говорит, заедай горячим супом, заедай. Что ты его заедаешь, это пофиг. Там еще есть. Смотри, не съешь, не спутай. Аккуратненько. Хорошо, что он плавает. Он, да, всплывает, так что можно его заметить. Ну, в общем, как это правильно называется, суп или... Да, суп. Это суп финский. Это... Финны хорошо живут. Ну да. Креветочка. А ну давай, покажи креветочку. Видишь, какая красивая. Да. О, я почистила ее так. Все красивенько. Ой, я весь скоро. Жуется хорошо? Ну, конечно. Супер. Да, необычно. Креветка. Но тут оно как надо, как говорится. Как должно быть. Ладно, кушай, смачно. Какие-то перцы едят, я не знаю. Едят. Мексика, там еще где-то едят. А мне нормально зашел. Или я такая бесчувственная. Я как бы тоже люблю остренькое, но... Это прям огонек. По сравнению с этим, то я вообще как бы ем без остренького. Так, надо будет выкинуть, это дети как съедят, а тут будешь истерика. Хорошо, скажи, что я суперповар, классная хозяйка, жена. Да. Присоединяюсь к Кирину. Кириной такой скромной самооценки подпись ставлю. А что до сих пор не прошло, перец? У нас субботний вечер, кайфуем, лежим, отдыхаем, еды полно. Бабушка Валя нам передала еды, супчик еще есть. Я обожралась блинов. Объелась, извините, но я их штук 5 съела. И уже есть не буду. Ты ела творожок? И как? Вкусно, да. Еще будешь? Нет. Я наелась. Наелась-то добрый.
Два. Хорошо. Ну, мы отдыхаем. Что нам еще делать, да? Отдыхать. Отдыхать. Суббота. Мы отдыхаем. Завтра воскресенье, новый день. Сегодня какие-то магнитные бури. Я лежу с больной головой. Еле разговариваю. It's the happiest season.